1 октября, открытие загонной охоты. Отличная охота сегодня была, 3 загона мы сделали, правда, зверя не добыли. Лось нас надурил, ушел между загонщиками, обратно в оклад. Но в первом загоне мне удалось снять лисицу, снять косулю. Были какие-то интересные моменты. Я думаю, в этом году мы еще лося возьмем, так что все подписывайтесь на канал. Открытие загонной охоты. Первый загон. Тишина в лесу. Гробовая. Слышно, как журавли на поле. Курлычут. Не знаю, в камеру слышно будет или нет. Но так громко. Коротенькая вроде загонка. Наоборот. Загонщиков дом не слышно до сих пор. Ладно, будем стоять ждать. Косуля была. Молодая коза вышла оттуда, сзади загона. Вышла, но мне было за деревом неудобно стрелять. И слышно было, как мамка ее позвала. Просвистела так. И она... Ну, она увидела и меня, и Степа на соседнем номере его тоже увидела. Только голова была за дерево видна. Лиса пошла. Она, короче, мне можно было стрелять, но она стала, короче, за деревом полностью, за двумя деревьями, только голова видна. И стоит и смотрит то на тебя, то на меня, то на тебя. Какой-то, блядь, коза, думаю, что за... Поворачивайся, как раз она тут между деревьями. Тут мелькнула, думаю, блядь, да. Я опять сижу, слышу, пис. Алтай, иди сюда. А нет, это твоя. Найда, найда. Иди сюда. А потом лиса вышла, вот сюда мне лиса вышла. Так и ко мне выходила. Только оттуда она ко мне вышла, лиса, слышишь? Она ушла от меня. После выстрела. А мне вот оттуда, откуда и коза пришла, лиса. И коза, и лиса. А коз видели, да? Ну. Ну шо? Да заебали эти козы дурные, блядь. Назад ебут и все нахуй. Хоть убей, блядь. Надо было ж убить. Нам Васька два раза бачил, блядь. Прыл, одна в канаве перескакала, другая так проебал. Ни одна не это. Зацепи. Подержи. И на нас коза вышла, но оттуда. Не с загона, а оттуда. Только в загонку и шли, уже три пасвилось. И обходили, и, блядь, она выкрутила и пошли назад. Хоть ты, блядь, убей. У нас отсюда одна вышла, но не так. Между Васькой, и блядь, и Ленькой там, сука, Леня. Ну что, начинается второй загон. Еще загонщики не начали гнать. Вот номера мы расставились. Будем болото тут такое брать. Камыш. Вот оттуда будем гнать. Да, зверь.
третий загон, у меня отвалилась шлейка на ружье. Вот такая вот беда, приходится его в руках. Хотя я его только повесил, этот ремень на ружье. Только-только. Пока не можем найти лося, не выгнать, не найти. Вроде в прошлом загоне был, но с загона не вышел. Наш охот-пользователь придумал новые правила охоты. Теперь у нас на загонной охоте нельзя с гончей охотиться. Так что мы... А там дебри такие, что хрен кого выгонишь, без гончих.